Ну что, друзья, это, наверное, самый желаемый автомобиль для путешественников. Это Mercedes Grand Canyon S. Трехлитровый дизель, полный привод, полноценная раздатка стоит. Все управляется электронным способом. Даже коробка передач, она вот здесь на руле. Нет вот таких переключалок классических. Вот управление дворниками, это управление коробкой. А строят такие конверсии, собирает фирма Hummer. Шторки какие-нибудь. Сложенной конструкции, вот можно закрыть полностью окно. Лобовое, соответственно, тоже закрываю. Приоткрыли окошко, проветрить, можно приоткрыть окошко вот так. Они на газовых упорах. Приоткрыли, чтобы комары не летели, закрываете вот такой шторкой. Ну, если вам слишком светло, вы можете закрыть вот так вот. Здесь у нас розеточки, по всему дому у нас розеточки на 220. Такой столик, можно разложить его. Здесь два человека сядут, душки они разворачиваются, и тоже можно с четвером сидеть. О, газовая плитка классическая. Маленький умывальник. Опять же, очень много всяких шкафчиков. Просто дофига. И они фиксируются вот на такие фиксаторы, чтобы они не открылись у вас на ходу. Столик для готовки, наверное. Я не знаю, для чего. Ну, удобно, наверное, холодильничек. Даже с маленькой морозилкой. Туалет. Дело сделали. И... Опа! Сразу же помыть руки. Сразу принять душ. Душ, туалет в одном. Все-таки вентиляция. Так, можно приоткрыть. В туалет сходили, приоткрывается, и все тут проветривается здесь. Не сказать, что оно большое, но я думаю, два человека, наверное, уместится. Это уровень зарядки, уровень воды, бла-бла-бла. Плюс еще информационный дисплейчик у нас здесь. Здесь прикуривать. Тоже 220 вольт. Здесь почему-то подсадовский кабель. Зачем телевизор подключать? А самая интересная фишка. Нажимаем на эту кнопочку. Если нас комары заели, мы вот так вот на всю дверь, на такую вот сетку. Смотрите просто, какой он высокий. 50 миллиметров лифт. Ну, морда чуть повыше у него, жопа просела. Но вообще в планах на него хорошему пнему поставить. Вообще мы на нем изготавливаем на данный момент, мы делаем на нем калитку под запасное колесо. Мы ее уже сварили, отправили в покраску.